Слава, слышишь меня? Да. Короче, здесь сейчас идет сразу пачка из трех боссов. Первый босс... Я знаю тактику. Нет, ты просто просил... Скажи, кого танчить. Ну, это ты с танком со вторым просто договорись, и все. Тем более, если ты знаешь... Я думаю, блин, ты же меня сам просил тебе все объяснять. Я решил объяснить, и ты все знаешь. Тогда все. Может, не я? А, это я просил. А кто? Войт в рейде, вар, вот этот с треугольником. Он не этот, как его, не гильдейский. Ну, короче, в двух словах. Идет пак из трех боссов сейчас сразу. Первый босс... Выбегает такой здоровый кентавр. Я тоже. Подожди, секундочку, знаю, давай без этого фулда. Кому что надо, я сам расскажу, и вы не будете обсуждать всю эту ерунду. Если потом хотите, после рейда пообщаемся. Да. Кто второй танк, просто скажите мне. Со мной будет танчить. ДКшка, наверное. ДКшка и вар, который... Три танка. Да, первого босса в три танка. Змей в три танка. Зачем? Ну ладно. Потому что я хочу в три танка. Какие у тебя есть вопросы? Зачем ты споришь? Я не спорю, я не спрашиваю. Спорю. Ну, это выглядит как спор скорее. Ты как убиваешь? Сначала это жуткую чешую, да, потом вторую. Ну да, сначала жуткая, потом кислотная, потом огненная. А, кислотная, потом огненная. Да, кислотная, желательно под Герой. Не расскажет, будет Гера. Не расскажет, не будет. Ну, я же сказал, желательно. Присумайте свою пати. Если кто-то не принимает саман, скажите, пожалуйста. Я их сразу кикну из меню. Киллпро, все тебе зачитали магию вчерашнюю? Да. А мне, короче, понял, с лутом кинули просто. Ну, сам надо было скринить просто. То, как ты ролил, я видишь, просто подумал, что это ты будешь скринский сделаешь и выкинешь на форум, а ты потом сказал, что это мне, а уже того не собрал. Так даже не я ролил был, причем тут я до того рейда вообще. Ну там вар не принимают в четвертой пати. Не, ну когда ролл был, ты же был ролом, получается. Нет, это он просто отдал уже, когда мы сидели и ждали чисто квест, а вы там решили разролить. Короче, меня еще мошенником, понял, обвинили в этой хуйне. Я видел, читал темку. Ну я новую тему создал о том, что Ливус пидорас ебаный. Я говорю, ты без каких-то веских причин взял меня, обвинил тем, что я, блин, это, мошенник. Говорю тебе, я признаю в том, что я не сделал скринов, когда нас было 12 человек, но 24 человека из-за ваших, я говорю, ебучих ребутов, когда вы даже без анонса, без ничего, просто ребутите сервер, просто люди забили хуй и не стали собираться дальше, нахуй. Ну, что еще нужно давать? Короче, сейчас создал тему, не знаю, что он там ответит. Это вы на форуме, да, там темы создаете? Ну да. Как и написал, тема создана, администрация просто шикос. Танки, кто из вас начинает? Просто пускай весь рейд придет, сначала зайдет в фарка, и после уже.
что-то ему само не проходит, что ли, или что? Фокус сопротивления, подходите. А, все, все, молодец. Тут не нужны никакие ни сопротивления, ничего, и не нужен флот ВРК. Мы тихонечко сидим, слушаем, что говорят, и проходим. Хорошо? Четыре ханта и бурги в танков скрей. Танк, который с квадратиком. Ты начинаешь, ты тут вообще? Плюс они. Танчишь первый, потом заберет ДК. Дотанчит его до конца. Когда будет вылезет огненная змея, ты обратно забираешь первый, после заберет ДК. А ты бегаешь и снимаешь дебафы, короче. Ты понял, что сделать. Вот, вар в это время танчит кислотную. Который со звездочкой. Вар, смотри, твоя задача. У вас сначала первая змея. Там, по-моему, жуткая чешуя. Ее танчит другой вар. Ты танчишь другую, которая кислотная. Она вылезет второй. Никаких роллов на энха и на прочие спеки. Вы ролите только на мейн спек. Если вам не нравится, можете ходить сразу скорее. Решайте. Пятая пати хилы. В четвертой пати танки... Кроме оргии и крольчихи, все остальные. На ФК и на прочее. Что тебе надо, Славикс? Я танк. Хуёво. Ну ладно. Давай спеки скорее. Мортекс, ты второй забираешь первого этого коня и второй забираешь огненную змею. Готов, Паладин? Да. Добро пожаловать, герой. Вы услышали призыв серебряного... Все полностью ролится. Трини, которая ДДшная топ-3. Хила Трини, само собой, на всех хилов. Танка Трини танком. Первый вар, потом ты. Паладин вообще не танчит. Ну, больно вару станет, он скажет тебе. Ты заберешь. Либо сам увидишь, что ему больно. Какие правила тебя не устраивают? А Боб скидывает эти стаки? Бабл, по-моему, скидывает. Но лучше не баловаться. Снобольдов сразу заводим под босса, если появляется в РДД. Со Снобольдом зайди. Альтис. Чугакуня, или как тебя правильно? Поднимай свой ДПС или на замену. Эмакор, то же самое.
Да мне Снобальда убейте по нации. Снобальда. Звездочка, твой второй моб сейчас вылезет. Вот и он. Дистанцию набрали друг от друга немного хотя бы, РД. Герой тут не поджимай. Уже нажали. Мы бьем кислотную для тех, кто не знает маги. Лара, иди снимай, если не тебе дебаф. Гера была. На нем нет дебафа, ёп. А, ДКшка рано забрал. Не флудите. Блядь, сейчас буду смотреть, просто кто пиздит, блядь, буду кикать отсюда. И с рейда тоже. Поснимайте дебаф со всех. Милики аккуратно. И отверни от рейда. Мортекс, раз ты танчишь, отверни от рейда. Разбежались с дебафами. Разморозьте около первой змеи народ. Там два человека. Сейчас спадет. Все. Молодцы. С дебафом не берем по рейду. Я не знаю, трусы, ты что подходишь к рейду? Специально это делаешь? По нации отойди. В смысле специально? Я и отошел вообще. Пор, заберешь первый, который с квадратиком был. И танчи. Накор. А чего умер-то? Паладин. Сорвало гроб. Это не значит, что его можно извинить. Все сами видят, куда он бежит. Не надо этого наносить. Окей. Прожмись. Зачем? Я же ей. А, даже не видел ханта. Забыл уже, блядь. Все чудовища повержены.
Ой. Блин, макроса на ролл нет. На преграду можно кинуть? Просто такой дримкарт, он вообще 3к урона на меня всего. Слышишь, килл? Кто хочет преграду? Войт. Войт. Спасибо. Спасибо. Скорее поиск кому-то нужен, нет? Прибафните паладина и креста. Так а чего вы не ролите? По паладинам и крестам. И пристам каску. А рыбу может кто поставить или? Рыба была. Танчиш. Хилы, разбегитесь вокруг, чтобы могли всех прохиливать. И все остальные тоже. Сколько у нас хилов? 6? Должно быть 5. У нас 6. А кто там затесался, бля? Чё-чё? А вот оно что. Ну ща, потом поменяем. Пускай что так будет. Я могу прямо спрятаться. Оставайся, не надо. Шаман получше будет. А, тоже шаман. Спрякайся после, если хочешь. Кто на этом боссе даст ниже 5к ДПС, ДПС идет гулять. Танков, хилов это не касается. Метки там не забываем убегать. Да, конечно. Варп побежал. Тебе не нужно было танчиться, ничего здесь. Я думал, нужно. Нужно. Панация, прохильте. Не убегай из рейда. Да, инферналов танчат, нет? Инферналов убивают быстренько. Да. Сопрат или Спарт, как это там. Маг глыбу дай, да и все.
Ух ты, что никакие. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителей демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! Все ушли с центра, тотема убрали. Вор, не надо ролить на кучу спеков. Старинки разроливаешь, да? Сам подписываешь 3-2-1. Я без задонов просто. Запустили же, да? Вроде нет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Где Чу? Вылетел посередине. Я требую справедливости. Надеюсь, он сейчас не зайдет. Да, слушайте, хорошо? Хорошо. Да будет так. Хорошо. Сань, взломание так и не закрылилось-то. Леха, выключи микрофон, пожалуйста. Лучше пиши, если ты говорил. Пес, блин, еще и на форуме забанил. Бьем мы черепок, потом крестик, потом квадратик. ДКшка у нас один, поэтому он будет тянуть. Хотя сейчас мы доберем второго. Может, сразу поставить шкафчик.
Это наконец-то наступила тишина. Знаешь, что он написал на то, что... Прикол, поэтому то, что я про... Научитесь читать ответы от различия от дисконнекта и предыдущие при загрузке или запланированные. Какой дисконнект? Да просто сервер завис и лег сразу же. Какой дисконнект? Вот просто, сука, я эту администрацию, блядь, охуенная. Поставьте шкаф скорее. Магика, забанишь дерево? Магика услышал? Забанишь дерево? А, Войд, танчишь ДКшку. Второй вар. А, на тебе вар. Потом ДК, которым Мортекс. А, ты тянешь нам черепок, после чего пытаешься ставить на себя рогу. Вот, и увести его как можно дальше. Я тут ДК. Окей, смотри, Мортекс нам подтянет череп, ты нам подтянешь еще ближе. Ну, короче, дотянешь до конца. Понял? Ну да, мага, да, мага, окей. Да, окей. Смотрите, тут, где стоит ДК, шаман, никто дальше этой точки вообще не забегает, кроме танков, ДКшников и холи-паладинов. Холи-паладины, вы хилите танков, чисто танков. Все поняли? Увижу дальше этой точки, блядь, сразу кикаю. На понимание сознания. Холи паладин с пятой пати, просыпайся. Мы уже начинаем. Дайте хотя бы каску по ДК. Да, вы два холи пала с пятой пати, бегите, бежите туда, бля, и хилите. Все, вижу, все готовы. А, бахните ДКшку. Уже все, бахнули. Можете начинать. Танки, поехали. Давай, подтягивай к нам в рейд сюда. Все, Мортекс, иди рогу тяни. Присты на вас диспел. Всех лагает? Присты на вас диспел. Потом Алису притянется. Если она еще не тут. Никто туда не бежит из кастеров. КД на грипп еще. Сначала ДК притянет, потом бьем рога, вернись в рейд. Можете бить. Я бы притянул, да я не могу. Равенер, Берни, холи пала с пятой пати.
Ревенер. Друид, который кот. Берни, Холли, Пала. Подойдите туда и Берни. Что же слева стоит? Слева лежит. После мы бьем квадратик. Затяну. А, Берни, дай ему сразу иннер. Варлоки, забаньте дерево. Варлок, ладно. Приста бьем, черепок подтянется. Арву, подойди к жертвам. Ну ничего страшного, подождем. Промах. Вот так, вот так. Бить отсюда, РДД далеко не подбегается. Ко второй же ДК есть. Второй ДК танчит рогу. Где там, в какой-то стороне. Нет, я вижу там вообще друид танчит рогу. По-моему, или паладин. Забей на рогу ДК второй. Как откатится гриб, подойдешь к нам, подтянешь к нам на рогу туда уже. Че за хуйня? Че за хуйня? Ну, видимо, слишком косой. 8%. Добили ДК, веди рогу сюда. ДК, веди рогу сюда. Рейд, вернитесь назад. Вернитесь все назад. С ДК блайнд диспельте. А блайнд что диспелится? Хуй знает. Последний. Шамана бьем? Шамана. Да, дерево добиваем. А, и видите ДКшку к нам, танки.
Только не те ДПС. ДПС щемпов? Ну мне надо, блядь, проверить. Никто, блядь, не линкает свой ДПС во время разрола шпоток. Тапки на шамана уходят в никуда. Макс со второй пати, просыпайся. Скорее, плюс они в чат. Макс со второй пати. Ну, окей. Чего вы меня кикнули-то? Сани, куда-нибудь. Нужно, когда тебя спрашивают, хотя бы, ну, не молчать, либо призвонить, либо сказать, что ты отошла. Ну, ну, спросите, вот, очень захотелось. Я ж не буду писать, как все, блин, куда я пошла. Плюс они в чат, либо куда-нибудь, где мне тебя искать, чтобы взять обратно в пати. Да вот у нас. Я в таргет взял, будет. Нет, ты просто пишешь, мол, и там отойду минутку, к примеру, и все. И отходишь, принимай пати. Ушли с центра. Мортекс, давай ты белую, вар черную. Я имею в виду танчицы. Естественно, никто не бьет, пока вы не наберете свой гром. Можно спросить, вот скажи мне, Орел, пожалуйста, что тут танки делают? Я просто на циркуле танковал, как бы у темного. Потом. Мне сейчас Ру, просыпайся. Ну, я жду, пока все возьмут черный добав и буду танчиться. А ДК пока возьмет белый добав. Какой ДК? Который Мортекс. Зачем? Потому что ты танчишь черную. Мортекс танчит черную. Вар танчит белую. Ну, видишь, вар, бля, не соображает, не хочет. Давайте, поехали. Никто пока что не бьет. Пускай они подведут, поставят загрет. И потом выливается. Можете начинать. Вот все, кто сейчас бил, остаются без лота, без шмота, без ничего. Тебе
заберешь. Ничего не делал. Переводи на противоположную сторону. Все же с белым дебафом, правильно? Кастеры. Стоим, ничего не делаем. Ревенер, ты меня слышишь, Ревенер? Проснись, Берни при смерти. Там сменили цвет и сбиваем. Сменили цвет, бьем белую, блядь, сбили каст. Перебежали, сменили цвет, быстренько добили. А, добили, конечно, портала нет. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Никто не запускает ивент дальше. Скорее, Рольц. Был в чате пишет, геноки пепельный союз. Ну ок. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой...
которые вы так бесплатно. Скажите, а устойчивость в ПВЕ, она же бесполезна, да? Да. Кулак обновите еще. Мортекс, ты танчишь босса, вар, который, короче, вары распределится, кто справа, кто слева, будет словить мобу вдвоем. Вары, услышали? Да. Значит, вводит справа. Подводится под босса, все быстренько разливаем трэш, потом добиваем босса. ДКшка, ты знаешь, когда нужно уводить босса? Мортекс. Когда вторые подходят, ты уводишь. Можешь чуть пораньше. Давайте на пул. Кот, проснись. Еще одна такая хуйня, и даже несмотря на то, что ты в гильдии, ты идешь отдыхать. Все, поехали, Мортекс. Заводи. Побольше. Крольчиха, иди побегай, позбивай все сферы, что видишь. Беги!
Отведи, давай, пускай он закопается. Мне тоже отводить? Нет, пауков на этом, на льду. А. Заведи пауков на льдов, иначе они закопаются. Тихо говорить не могу. Добили скоренько второго и отбежали. Оставьте одну сферу какую-нибудь, пожалуйста, не разбейте весь лед. А вон они появляются, ладно, можете бить. Слишком далеко. Все сели под жопу боссу и добиваем. Пауков аккуратнее заводим на лед и не теряем их. Огромно не теряем на них. Хилы чуть помедленнее хилиться, а то мы босса не добьем так никогда. Меньше захиливайте хилы. Куда вы торопитесь? Блять, не налечев целка, блядь. Стопнули роллы, крольчиха и дримкиллер, рерольницы. Крольчиха. Магик, потом Гру. Спасибо. Блин, отбой. Мне не нужны штаны эти нечаянно. Аги, пожалуйста, оставьте мне тоже портал. Я тоже хочу туда. Туда это куда? Шутрат.
вдруг ты заберешь.